side. And a clearance strike from Ibrahimovic. Oh, what a goal! The first half hat-trick. You won't see a better goal than that. Thiago Motta's ball into the right-hand side. Ibrahimovic takes it in. I've been watching. Чемберлен справа от одного уходит, пяткой пробрасывает, шикарный гол забивает Оксли Чемберлен, 2-0, Арсенал, 50-я минута матча. То есть для удара из дальний угол очень хорошо Алекс пробил, посмотрите, вот здесь не успевает Аланис помешать, и вратарю еще плохо, потому что мяч из-под ноги защитника вылетает. Fred pro Robinho. Aí o Patrick levou na área. Fred vai bater! Gol!